Оптимизация работы отдела продаж застройщика или агентства недвижимости способна существенно увеличить доходы компании, отмечают эксперты по маркетингу в сфере строительства. Так, например, с момента обращения клиента к застройщику или девелоперу с желанием купить квартиру до момента юридического оформления сделки проходит от 3 до 6 месяцев. Причем из этого числа, по словам управляющего партнера компании МАН Черемных и партнеры Ивана Черемных, 30% клиентов уже приняли решение о покупке. Еще 30 просто анализируют рынок, другие 30 сомневаются, и именно их необходимо склонить к положительному решению. Поэтому именно качественный маркетинг способен поддерживать высокие продажи. Вот правильная упаковка позволяет показать клиенту все эти плюшки. Если вы не сделали правильную упаковку, в том числе часть брендинга, только брендинга комплекса, то и сайт не будет эффективным, и у продажников не будет инструментария для того, чтобы продавать. Все их каталоги, их рекламная информация не будет достаточной. Больше потенциальных клиентов, но здесь все довольно просто, это лидогенерация, но при этом сделайте так, чтобы работало абсолютно все. Работали разные каналы информационные, начиная от интернета, анализируйте это при помощи колл-трекинга. Я бы добавил еще Рустат, и у вас некий продукт, объединяющий аналитику и трекинг. Да. Делайте это, сделайте так, чтобы ваши клиенты продавали. Подключите клиентов, сделайте, чтобы они возвращались и рекомендовали.